Диана Гурцкая выступила на Кимфесте со своими лучшими песнями. Зрители тепло приветствовали исполнительницу, которая с первых минут наладила душевный контакт с каждым зрителем. На сцену, когда они говорят добрые, теплые слова, ну, что лучше этого? Это здорово, это чудесно. Энергетика какая? Энергетика замечательная, это чувствуется вот сейчас тоже. Праздничное настроение. Знаете, это здорово. Как раз сейчас настолько все совпадает, вечер. И вот практически вот летний вечер уже, вот весенний-летний вечер. Замечательные люди, замечательный праздник. Здорово! Нет, ветрено было, правда, думаю, снесет, но ничего. Выдержала. Яна, будьте добры, скажите, пожалуйста, вот вы родились, у вас, получается, в семье шахтера, да? Насколько мне известно. Да. Папа шахтер, папа, мама учительница. А у нас тоже город, получается, шахты, химии, в основном заводы связаны с химией. А как-то вам, как говорится, тепло какое-то есть у вас? Вы знаете, папа очень много рассказывал об этом, и он до сих пор с большой теплотой вспоминает всех друзей, с кем он работал, с кем они жили. Как-то они переехали, когда я уже родилась. Но, вы знаете, я даже чуть-чуть как-то всегда не то чтобы завидовала, мне тоже хотелось бы окунуться в эту атмосферу, потому что все дети и мои родители с такой радостью рассказывали об этом, с такой теплотой. И брат мой об этом рассказывал, и все. Вот. И, конечно, знаете, город, здесь настолько чувствуется доброта, энергетика, любовь друг к другу, благодарность, вот та доброта и теплота, о чем мой папа очень часто говорил и говорил. А еще у вас же получается четверо детей в семье, правильно? Нас четверо, да, я самая маленькая. Самая маленькая, Диана. Как вы считаете, хорошо, когда большая семья? Это обязательно. Это очень хорошо, потому что я не знаю, что бы я без своей семьи делала бы в жизни. Если я чему-то достигла в этой жизни, в этом огромная заслуга моей семьи, моего брата, моих родителей, моей сестры, вот всех людей, которые меня окружали, родственников, мой папа, который очень сильно старался, чтобы я получила образование. То есть огромная поддержка семьи меня сделала так, чтобы я сегодня счастливый человек. Очень рада, спасибо. Прекрасно. Скажите, пожалуйста, вот раз папа шахтер, на ваш взгляд, производственники, какие это люди, вы же точно знаете? Честные, порядочные, старательные. Мой папа, например, человек слова. Если он скажет все, там нельзя уже ни шаг влево, шаг вправо идти. Поэтому они люди очень такие, вот, как бы сказать, ну, так, как сказать, человек слова, что ли, вот там. И самое главное, берегут своих близких людей, берегут и любят своих друзей, вспоминают, если они уже не живут как бы рядышком, да, они живут той теплотой, которую они помнят. И, не знаю, я как бы всю жизнь с этим прожила и проживаю. То есть с этим теплом, с этой семьей, да. Вся эта тепло. Да. Диана, сегодня вы выступили блестяще в Верхнекамье. А какая самая северная точка нашей страны, где вы выступали? Ой, боже мой, вы знаете, я где только меня не было. Поэтому я даже, не знаю, трудно сказать. Я была и на Таймыре, я была на разных местах я бывала. Поэтому я фактически объездила всю страну. Поэтому, знаете, каждый город, каждое место оставляет свой след в моей душе. И это не забывается. И это целая жизнь. Диана, а вот ваши песни, они очень такие душевные. Особенно вот песня «Мама», вот, знаешь, «Мама», да? И хотелось бы сказать, вот когда ваши песни слушаешь, проявляется именно теплота и душа, не именно вложенное такое чувство. Будьте добры, скажи.
слушаете, вы это проносите через себя, получается, полностью, да? Раз мы чувствуем такое тепло от вашей песни. Каждая песня – это пережитая история мною. Это песня «Мама», это песня «9 месяцев», это песня «Без тебя» и так далее. Если песня не чувствуется, ее невозможно петь. А чего бы вы пожелали химикам? Здоровье прежде всего. Самое главное – здоровье. Чтобы они жили долго, долго и счастливо со своими близкими людьми. Чтобы, чтобы люди улыбались. Чтобы у них в жизни все было всегда хорошо. Чтобы они горе не знали. Также перед зрителями Химфеста выступил известный певец Витас. А скажите, остались ли на карте мира страны, где вы еще не выступали? Нет. А вы в школе любили предмет химии? Да, у меня по химии была пятерка. Кстати, я вспомнил историю одну интересную. Когда я учился, я до пятого класса вообще был отличником. После пятого класса я очень сильно полюбил один единственный предмет – это химию. Вот поверьте мне на слово, очень красивая была учительница. Я ходил как на работу, с утра до ночи, хотел видеть только ее, смотреть ей в глаза. И постоянно хотел выходить к доске, отвечать на вопросы, хотел поближе к ней постоянно быть. И вот это был единственный, наверное, стимулятор в моей жизни в школе, который позволял мне учиться вот на отлично до 11 класса. А вы можете поздравить тогда наш город химии, да, у нас здесь да. Все очень причастны, очень близки к химии, да? Да, поздравить с праздником, с таким... С праздником поздравляю всех. Я хочу, чтобы у каждого из вас была счастливая, хорошая семья, чтобы были живые, здоровые, близкие люди, была счастливая семья, чтобы каждый день люди, которые здесь живут, в этом замечательном городе, возвращались к себе домой, где их любят и ждут, потому что семья, любимые, близкие, родные, это самое главное, то, ради чего мы живем, поэтому пусть этот город будет самым счастливым на земле. Ну вот что-то хотя бы в нашем городе уже увидели, прокатили вас хотя бы по да, городу? Да, я гулял по городу, не знаю, как района называется, возле гостиницы, где мы остановились. Я, во-первых, я вам хочу сказать, что здесь воздух очень потрясающий воздух. Вот, он меня возвращает куда-то в детство. Мне очень нравится атмосфера в этом городе, очень нравится воздух, очень нравятся люди, которые здесь меня окружают. Поэтому я с огромным удовольствием с этого дня буду возвращаться в этот город как к себе домой. Празднование Дня химика при поддержке компании «Уралкалий» и холдинга «Уралхим» прошло на ура. Антон Старостин, Максим Перелыгин, телекомпания «Соль ТВ».